от Андерсона. Может обыграть любого. В предыдущем туре четырех накрутил перед голом. Андерсон перед штрафной. Valero's brilliant before. You've got to say Munoz doesn't do nearly enough. Munoz, whose agent has said this week that the objective is to move away from Palermo in January. Затем не уследил Холебас, который руку поднимает, сразу же извиняясь перед болельщиками, перед тренером, перед партнерами, перед Десантисом первого. Palermo in space, they've got to get closer to him. Маури отдает мяч пяткой. They're not closing him down at all. И вот так удар. Вот так удар. Казалось бы, не был прикрой у римлян, у Джало Росси в начале второго тайма. Стротман, прострел, а Тотти, гол! 2-1! Выдает передачу, ну разве что носом своим, не самым коротким, Тотти был в офсайде, а в целом вот примерно на одной линии с последним защитником в данной ситуации. Кушенаков Матиа Валотти. Пенистин. Вместо пассивного Джорджевича Франческо Тотти. Его там... Тони έχασε τη μονομαχία. Ну какой же он красавец. Ну какой же красавец. И уверен, что даже... Эко. Παίρνει πεντακάθαρα την μπάλα. Επεκεντρίζει για το φάουλο Ανδρέα Κώστα. Άλλη μια φορά το φάουλ του Φραντσέσκο Λόντι. Πολύ ωραία εκτέλεση. Ακόμα και να βρει και λίγο η μπάλα, δεν έχει αλλάξει η πορεία της. Непонятно, но Кондреева в итоге прострелил. Маури попытался пробить пяткой, мяч отскочил к Клозе.